Когда Мессии было 30 лет, пришел он к святому Иоанну Предтечи, чтобы в водах Иордана принять святое крещение. Но Иоанн, увидев Христа, удивился и сказал: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» На что Иисус ответил: «Что надлежит нам исполнить всякую правду». И принял он крещение от Иоанна, и разверзлись небеса, и Дух Святой сошел на него в виде голубя, и глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын мой возлюбленный, которым мое благоволение». И было это явление Пресвятой Троицы. И стали христиане почитать великий праздник Святого Богоявления, прославление Святой Троицы, единосущной и нераздельной, Святого Отца, Святого Сына и Святого Духа. А вода, освященная в этот день, имеет воистину чудодейственные свойства. 19 января. Праздник Святого Богоявления, крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.